Весна внесет перемены в жизнь трех знаков зодиака. Они решат все проблемы и наладят отношения с близкими. Астрологи назвали три знака зодиака, для которых этой весной начнется белая полоса в жизни. Рак. Весной представители знака смогут взглянуть на мир под другим углом. Астрологи советуют расслабиться и принимать подарки судьбы, а также с оптимизмом смотреть в будущее. Можно смело вкладывать деньги в новые бизнес-проекты. Они будут удачными. В отношениях с близкими стоит меньше ревновать и нервничать. Скорпион. Эта весна станет чудесным временем для представителей знака. Их ждут подарки судьбы. При этом удача ждет их не только в плане работы и финансов, но также и в личных отношениях. Одиноких скорпионов ожидает судьбоносная встреча, которая полностью изменит их жизнь. Приятные сюрпризы ждут скорпионов в конце апреля и весь май. Рыбы. Эти люди окажутся в водовороте интересных событий. Хорошее время для путешествий и избавления от негативных мыслей. Представители знака смогут воплотить в реальность свои самые смелые мечты. Рыбы не только сумеют увеличить в несколько раз свою зарплату, но и решать проблемы с любимым человеком. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!